В частном секторе центрального района Красноярска беспорядок со светом. Электричество там может не быть сутками. С приходом морозов ситуация усугубилась. Местные жители, в основном пенсионеры, обращались в самые разные инстанции. Пока же керосиновые лампы и фонарики – их верные спутники. Не упадите там, не упадите. Энергетики пояснили, перебои со светом происходят из-за недобросовестных домовладельцев, которые подключаются к электросетям в обход счетчиков. Меры борьбы с ними уже приняты. Эта зима будет такого рода в Покровке последней. То есть мы сейчас приняли программу, будем проводить мероприятия, будут установлены прибор учета на каждое индивидуальное домовладение. И ситуация, я вас уверяю, изменится в лучшую сторону.